Всем привет! Вы на канале NelfuBit. Сегодня мы поговорим о проекте Reed Elsevier. Традиционная финансовая система, которая в настоящее время используется в различных финансовых системах, использует централизованную базу данных и обычно контролируется единой точкой власти, поэтому она уязвима для манипуляций. Технология блокчейна, с другой стороны, позволяет децентрализировать распределенную базу, позволяя децентрализовать распределенную базу данных для хранения большого количества записей и публичных данных. В отличие от централизованной системы, которая находится в одном месте, реестр блокчейн постоянно обновляется и синхронизируется на нескольких компьютерах публично распределенной сети, и поэтому каждый может присматривать различные транзакции в сети без необходимости централизованного утверждения авторизации, тем самым устраняя роль и зависимость от посреднической или централизованной власти. Кроме того, с развитием различных новых цепочек, таких как Ethereum или Binance Smart Chain, была создана еще одна уникальная особенность технологии блокчейн, и одна из них – умные контракты, которые представляют собой автоматические протоколы, которые можно запускать независимо и эффективно. Эта функция смарт-контрактов может устранить задержки и избавить от необходимости проходить утверждение вручную, как в традиционных финансах. Это, конечно, увеличивает прозрачность и снижает зависимость от посредников для автоматического отслеживания различных процессов. Придерживаясь принципов технологии блокчейн, смарт-контракты не могут быть изменены, так что это может повысить точность и прозрачность процесса финансовой отчетности каждого бизнеса. Одним из потенциально возможных проектов является Reed Elsevier – экосистема на основе блокчейна, которая становится мостом для традиционной финансовой экосистемы с помощью блокчейна. Что такое Reed Elsevier? Reed Elsevier, или сокращенно RELX, это новая платформа на основе блокчейна, которая приносит ценность и богатство в децентрализованную экономику, где их национальная валюта используется для прозрачного обмена ценностями между различными компаниями RELX и другими сторонними организациями посредством технологии блокчейн. Биржа, представленная Reed Elsevier, представляет собой концепцию новой формы системы управления и аналитического центра, в котором инновации разрабатываются с помощью технологий блокчейн, которые продолжают создавать столь необходимый фокус на рынке блокчейнов. Reed Elsevier разработал новую бизнес-платформу, которая является более стабильной, безопасной и прозрачной, которая сочетает в себе концепцию традиционной финансовой системы с системой DeFi. Компания Reed Elsevier разработала новую платформу, которую могут использовать все, и те, кто имеет опыт работы с открытым, простым в использовании пользовательским интерфейсом, используя концепцию децентрализованных финансов, устойчивую к инфляции и манипуляциям. Их платформа специально разработана для удовлетворения различных основных потребностей современных финансовых систем. Предоставляя своим пользователям универсальную платформу, использование технологии блокчейн меняет всеобщее представление о технологии блокчейн. Технология блокчейн представляет новый финансовый тренд под названием Decentralized Finance, DeFi, где он является решением различных финансовых проблем, которые часто встречаются сегодня. Различные крупные компании, такие как PayPal, начали экспериментировать или внедрять технологии блокчейн и COVID-19, которые представили общественности безналичное общество и безграничные платежи, и, конечно же, нуждаются в новой базе, которая будет эффективной и прозрачной для текущей финансовой системы. В настоящее время одним из альтернативных вариантов является технология блокчейн через децентрализованную финансовую систему, которая открывает новые возможности для всех. Учитывая, что в наступающем году рыночная капитализация рынка DeFi составит более 30 миллиардов долларов, это подходящее время для Reed Elsevier, чтобы стать мостом для всех, чтобы легко и эффективно выйти на рынок DeFi. Токен RELX – это собственная валюта, которая будет использоваться в экосистеме Reed Elsevier. Нативные токены используются для различных транзакционных процессов. Основная функция – управление, которая позволяет пользователям в полной мере использовать функции экосистемы Reed Elsevier. Держатели RELX получают различные преимущества, такие как низкие комиссии, голосование, стейкинг и т.д. Многофункциональный токен с токеном на основе умной цепи Binance, который более эффективен, чем Ethereum, что позволяет спросу расти с течением времени. Экосистема децентрализованных финансов, предлагаемая Reed Elsevier, очень уникальна. Их платформа предлагает множество удобств и богата функциями в одной экосистеме. Reed Elsevier позволяет каждому выйти на рынок DeFi без необходимости проходить сложный процесс с помощью простого пользовательского интерфейса, который они разработали. Предлагаемые ими бизнес-концепции также являются прибыльными. В разработанных платформах также используется прочная структура, обеспечивающая безопасность и прозрачность каждого процесса в экосистеме. Собственные токены RELX из их экосистемы используют умную цепочку Binance. Я лично очень рекомендую вам стать частью этого замечательного проекта. Вы были на канале NelfuBit. Спасибо за просмотр!